она приходит так нежданно, когда ее совсем не ждешь, но каждый день и беспрестанно с ней удивительно хорош. Татьяна руководит творческим клубом «Птица» в одной из московских библиотек. Также является создателем клуба песни «Татьянин день». Она выпустила 4 поэтических сборника и столько же музыкальных дисков. Перед анапским зрителем гостья предстала в разных образах. В роли поэта, певца, танцовщицы. Вместе с ней выступили и анапские исполнители. Татьяна Суздальская написала песню специально для анапчанки Надежды Струнко. Черешня на Кубани, цветом плещутся сады. Ты своей любовью одурманил, мне весной в любви признался ты. Также на встрече присутствовали читатели библиотеки, члены клубов «Серебряный возраст», писатели и поэты Анапы. Встреча сопровождалась книжной выставкой творчества поэтессы, на которой были представлены сборники автора, диски и издания для детей.